Ну чё, давайте сейчас кофе попьем. Сейчас, ну как всегда, девочки, мальчики. Вчера я кофе купил Максим. О, давно не покупал я такой. Девочки, мальчики. Ой, на Ютубе уже знают, господи. На Ютубе это, знаете, это большая деревня. Ютуб, ТикТок, другая сеть, девочки, мальчики. Всякие. Я во всяких сетях была. Был, да. Девочки, мальчики, кофе. Кофе нефть, видите? Это такой осадки да, такие, видите? Вы представляете, сколько у меня там в печени вот таких вот чернявая печень, как и зубы тоже. Господи, девочки, мальчики, как вспомнить? Как я чернявый чай пил. Дилки. Это вообще. Ой. Бывало, налью чефира. И как начну пить. Ой. Ой. Прям вообще. А тролли, когда заходили. Ой. Они не могли поверить, что я еще живу. Они и так. И так. Писали. Да, девочки, мальчики, на улице смотрите, какая погода обалденная. Обалденная. Кстати, хурма растет. Сейчас переверну. Вот, ребят, какие у меня. Видите? Хурмушечка. Ой, видите? Хурма у меня все-таки растет. Это вот хурма. Зима, хурма. Девочки, мальчики, хурму покупайте и сажайте. И у вас через 5 лет будут урожай. Ну, конечно же, девочки, мальчики, конечно. У хурмы осень, видите? И потом, то есть, знаете, девочки, мальчики, что хочу сказать? То есть, вот на улице там вот, рябина, береза, тополь, дуб, они же тоже, они растут. На улице. Они растут на улице, они, короче говоря, тоже, когда осень приходит, они желтеют, да? А у меня тоже, вот, девочки, мальчики, у меня на кухне тоже начинает желтеть. Вон они такие желтеют, да, желтянки, короче. Вот. И она не пропадает, не, девочки, мальчики. Она сейчас вот пожелтеют, листья опадут. И она будет стоять, отдыхать. Голенькая такая, голенькая. Конечно. Короче, вот так вот, девки.